Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и это быстрый апдейт по ситуации на биткоине. Посмотрите, что у нас здесь происходит. Вчера мы с вами говорили об вот этом сильном уровне, о плите ордеров, который мы видим по TRDR, и обратите внимание, мы все еще удерживаем этот уровень. Да, там кто-то скажет, может быть, вчера, после вчерашнего видео мы пробили и ушли ниже в моменте на 2%. О боже, целых 2% ниже, чем плита ордеров, ушел биткоин. Ребята, ну слушайте, если вы так торгуете, извините меня, если вы смотрите 5 минутки, то смело закрывайте монитор, закрывайте компьютер и закрывайте вообще свою трейдерскую карьеру. Вот мой вам реально финансовый совет. Потому что так не бывает. Если вы действительно хотите на этом рынке зарабатывать деньги, то будьте готовы к тому, что вам нужно как минимум время и погрешность. Погрешность, она будет заключаться в том, что вы никогда не зайдете точно, цена всегда сходит еще чуть-чуть против вас и так далее. Вот. Тем не менее, мы работаем с этими вероятностями, и что мы здесь видим? Также мы видим, что у нас был сильный, достаточно шортовый, можно сказать, уровень по 30 тысяч. Вот здесь у нас был тоже сигнал. Он, правда, был почему-то... Но если мы посмотрим часовик, да, вот мы здесь видели сильный сигнал. Вот. Соответственно, у нас теперь появился вот такой коридор цены между 25 800 примерно и 30 800. То есть, в принципе, 5 тысяч долларов по битку – это вот такой вот коридор средних значений у нас с вами образовался. Вот. Вообще, в принципе... Статистически, да, похоже на то, что мы сейчас пойдем куда-то туда. Вот. Либо даже переписывать этот хай, потому что, ну, тут вот эта вот маленькая ведерка, это вообще ни о чем, ребята. Следующее, что я вам хотел сказать. Социальные метрики по Бенджамину Коуэну, по его сайту Into the Cryptoverse, на рекордно просто низких отметках. Посмотрите, 0.05. Метрика социального риска на рекордно низких отметках, в то время как он-чейн метрики уже 0.24. Ценовые метрики, технический анализ, 0.21. Это что значит? Это summary всех как бы технических индикаторов, всех on-chain данных. Вместе дают вот такой вот, все равно низкий зеленый риск, но все равно это 0.2 и 0.24. А по социальным метрикам риск, я вам напоминаю, что он был на дне несколько месяцев назад, когда биткоин стоил 16 тысяч, он был 0.13 где-то. Тоже ниже вот этих. А сейчас он 0.05. То есть это о чем нам говорит, что люди еще более разуверились в крипте. Теперь почитайте комментарии под видео. Покрутите вниз просто. Просто почитайте комментарии, ребята. Даже смотреть не хочу это говно. Но хочу сказать, что хороших сливов еще не было. Инфа для хомяков. 100x, но только вниз. Слишком хорошие новости. И так далее, и тому подобное. Задрать люки, погружаемся. Ну все, наконец-то бычка. Но я вам так скажу, ребят. Никто не верит. Нифига. Никто не верит в то, что будет бычка. И на самом деле никто уже не верит всерьез, понимаете? Даже такие тузамунеры, как я, вы что думаете, тоже уже задумываются, блин, а что если это все? А что если уже всех набрали на борт, и биткоин вырос в миллионы раз, и уже не будет этого взрывного роста, как в 2016-м, когда я говорил всем про биткоин, на меня смотрели, как на инопланетянина. Сейчас-то уже я говорю, все говорят, да, мы знаем, у нас уже есть счет на Binance. И это как раз опасно, чуваки. Что если действительно не будет миллиона долларов за биткоин, а 69 это было пиком, и теперь мы будем долго и мучительно падать лет 20? Напишите в комментарии, готовы ли вы к такому варианту событий, и не разочаруетесь ли вы все равно в биткоине после этого, потому что я не разочаруюсь точно, друзья. Даже если биткоин упадет на 1000 долларов, например, ну, давайте пофантазируем, или на 2, технология блокчейн не станет хуже от этого, друзья. Технология блокчейн будет также прекрасно работать и обрабатывать транзакции, и можно будет также отправлять в любую точку мира. То же самое мы видим, кстати, с другими прекрасными проектами, такими как Dash, такими как Litecoin, там Zcash и прочее. Они все прекрасно работают, только нахрен они никому не нужны, и их цена, соответственно, тоже. Вот, поэтому, естественно, спекулятивный интерес наш в том, чтобы цена биткоина росла, он не имеет ничего общего с реальностью, вот и все. Поэтому давайте это понимать и разграничивать. Но, с другой же стороны, почему он тогда все это время так безоткатно растет? Да, мы видим, конечно, откаты длиною там в 2 года медвежьи рынки, но в долгую потом мы смотрим и видим, что да, в принципе, как бы можно было и перетерпеть, можно было и пересидеть. Даже если вы купили на каждом all-time high биткоин, вы все равно оказывались в той точке во времени, где он был выше. И, соответственно, сейчас, если вы купите на all-time high, мы будем, ну, соответственно, тоже мы ждем
какой-то момент точки выше. И это надо понимать, друзья. А также надо обязательно ставить лайк, если вы это еще не сделали, проверять подписочку на наш канал, на наш телеграм-канал. И нажать ли у вас колокольчик. Все ссылки в описании. Лучшие биржи, проверенные кошельки, рабочие P2P-обменники, кстати. Я хочу на этом сакцентировать внимание, потому что многие сейчас испытывают проблемы с P2P-выводом и вводом. Обратите внимание, в описании этого видео есть ссылки на рабочие P2P-обменники Шахта, FastChange и CryptoExchange. Замечательно. Работают как часы. Никогда не подводили. Быстрый ввод-вывод на карты РФ и СНГ. Так что проверьте, зацените. Ну и также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, если вы еще не там. Вот, по поводу позиций, мне пришлось конкретно сократить их, поскольку я выводил львиную часть средств со своего счета. Но сейчас снова потихонечку накапливаю лонги, потому что вижу, что мы уже очень сильно упали. Вот эта точка мне вообще показалась идеальным заходным. Собственно, там-то я и зашел по большей части. И жду отстрел. Ну, ребят, отстрел как минимум, если говорить про локальные, про локальную ситуацию для трейдеров-скальперов, отстрел, ну, как минимум на 0.5, 0.61.8. Это, соответственно, 26.500, 26.700 примерно. А вообще-то, честно говоря, я думаю, что мы закроем все это падение, и весь этот Барт Симпсон будет не что иное, как заходной перед настоящим to the fucking moon. Но посмотрим, ребят, all-time high в этом году переписать, конечно же, делал такое, но биткут, что, всего на 2,5 икса сходить, знаете, он этого не делал, что ли, делал. Поэтому, ребят, я-то как раз не удивлюсь, позаботьтесь о том, чтобы вы были в ракете. Поймите, самое главное на этом рынке – это быть в лонге, как мы видим в долгую. Я думаю, по графику только слепой этого не видит. Так вот, ребята, вы можете себе позволить даже налосить, вот тут, вы можете себе позволить налосить, если потом вы заберете больше профита с лонга. Вот и все. Поэтому я лично себя успокаиваю этим. Все сделки в плюс не бывают. Да, были сделки в минус, но я все равно придерживаюсь приоритета того, что это очень сильный уровень, и мы пойдем наверх. Напишите в комментариях, как думаете вы, а я на этом буду заканчивать. Спасибо, что смотрите. Надеюсь, этот обзор был кому-то полезен. Также хочу напомнить тем, кто смотрит недавно, что мы отскочили из супер перепроданного RSI на дневке. У нас настолько перепроданный RSI на дневке бывал только в значениях, близких к дну медвежьего рынка. Посмотрите сами. Посмотрите сами. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Поэтому не мудрено, если мы сейчас отсюда отскочим, на самом деле. Вот. Плюс индикатор Hash Ribbons тоже загорелся сигналом на покупку, который исторически, если вы посмотрите, очень редко когда ошибался. Поэтому, друзья, все ссылки в описании. Всем профитроли, торгуем осторожно. Спасибо, что смотрите. И до следующей встречи. Пока.